практически никакой не делает. Я говорю, слушай, а что ты прибыли-то не делаешь? И он начинает мне объяснять, ну вот, ты понимаешь, мне важно быть лидером рынка, мне важно, чтобы я делал большой оборот там, и так далее, а вот, соответственно, прибыли тут большой не бывает. Я говорю, а ты можешь, ну, как бы поставить намерение, просто чтобы у тебя был оборот там 2,5 миллиона долларов, еще и прибыль большая? Ну, ты же веришь в то, что намерение, оно первичное, и то, что все, что мы загадаем, все возможно. Говорит, да, я что-то об этом не думал. Ну, и, соответственно, очень часто так бывает с самыми разными предпринимателями. Они очень сильно ограничивают себя, что если вот я беру вот так вот, то у меня обязательно там прибыли никакой не будет, дивидендов не будет. А на самом деле можно, чтобы было там и круто, и классный продукт, и большие обороты, и большая прибыль. И, в принципе, все, что ты загадаешь, возможно. И это единственное правильное, возможное намерение предпринимателя на свой бизнес, что все возможно.